Итак, срочные новости. Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией. Выигравшая президентские выборы в Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Об этом она заявила в интервью русской службы BBC. По ее мнению, время для сотрудничества с Россией еще не пришло. Не думаю, что пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси. С учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству, сказала Зурабишвили. Она отметила, что Грузия перейдет к диалогу с Россией после того, как это сделают Соединенные Штаты Америки и Европа. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями, оккупированными Россией. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий.